В минувшую пятницу сотрудники ГИБДД вновь боролись с пьянством за рулем. На кольце автовокзала в ночь на субботу было остановлено порядка 100 автомобилей. У водителей проверяли документы. Если человек за рулем вел себя странно или от него пахло алкоголем, то ему предстояла проверка на опьянение. К счастью, большинство водителей были трезвы. В числе самых популярных нарушений – тонировка и отсутствие при себе водительского удостоверения. Пьяных водителей в эту ночь было задержано двое. Один пытался скрыться от наряда ДПС на 14-м автобусе. При задержании он оказал сопротивление. Не обошлось сегодня и без погони. Двое водителей не выполнили законного требования инспектора об остановке, и их пришлось преследовать. Впоследствии оказалось, что они находились в состоянии алкогольного опьянения.